Сегодня во всех школах России прозвенел первый звонок. Для радостных первоклашек с цветами в руках наступает новый жизненный этап. Напутственные слова к началу нового учебного года приехал сказать губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Ребят, для вас годы, проведенные в школе, это очень важные годы, когда формируется ваше будущее. Поэтому постарайтесь отнестись к учебному процессу со всей ответственностью. Я уверен, что у вас замечательные педагоги, которые приложат весь свой педагогический талант и передадут вам все свои знания, а также привьют любовь к родине, чувство патриотизма и ответственное отношение к будущему нашей великой страны. Губернатор посетил 26-ю школу, одной из первых не случайно. Все лето здесь велись крупномасштабные работы. Выполнен капитальный ремонт крыши и фасада здания. Внутри отремонтировали пищеблок, санузлы, медкабинет, коридоры, актовые и спортивные залы. Закупили спортивное снаряжение, технику и мебель. Весь пищеблок оборудован новым современным оборудованием. Также все кабинеты тоже оборудованы и раздвижными современными досками, а также новой мебель. Мы получаем современное оборудование, это новые компьютеры, интерактивные доски. То есть с этим оборудованием учителя уже умеют работать и надеемся, что ребятам тоже все это понравится. Обновленная школа понравилась родителям, ведь они тоже принимали участие в ремонте, выбирали дизайн, цвет стен, следили за работами. Мы очень рады к 1 сентября, что ремонт закончился, школа сдана в срок, и наши дети будут учиться много в современных условиях вместе в ногу со всеми. На этом изменения в школе не заканчиваются. Уже в следующем году интернат войдет в проект «Доброшкола». По нему отремонтируют кабинет технологии, физики, химии и биологии. Кирилл Савосин, Геннадий Бухтаяров, УПРАВДА ТВ.